Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Коридор З. Ну, это мы, естественно, забираем все. Так, а вот теперь у меня вопрос. У нас что-нибудь в вооружении, в броне новое появилось? Так, или мы сразу пойдем играть? Нет, вроде бы... Так, должно что-то быть. Хотя, как я смотрю, нету ничего, ребята. Апгрейд следующий у нас на 700. Денег у нас только нету. Тогда нам только остается бежать и еще раз бежать от этих зомбарей. Все полностью герои мои восстановились. Так, подожди, не сюда нажал. У всех опять по 3 жизни. Ну что ж, давайте приступать, наверное. Сейчас мы глянем с вами... Ага, одну миссию нам нужно пройти. И мы с вами перейдем на следующий день. Ладно, погнали. Так. Черт, не успел, ребята, не успел. Выкусите! Вот вам всем. Так. Не догоните, говнюки. Так, 50 забрали. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что-то они как-то довольно... Ох, я не успел. Я не успел. Блин, а вам не показалось, что они как-то стали быстрее бежать? Или, может быть, просто я мало их отвлекал, бросал под ноги всякого хлама? Ладно, хорошо, фиг с ним. Я обязательно, ребятушки, переиграю. Сейчас я должен оторваться. Но это не дело, мы должны с вами перейти в следующий день. Так, выкусите, гады. Все, ребята, миссия пройдена. Горите. Черт, не успел. Так, бросаем. Забрали, забрали 50 золотых, отлично. Черт, нет, все-таки, ребята, они очень быстро бегут. Оу, щет, 121 метр я всего лишь пробежал. Но, тем не менее, мы с вами должны перейти на следующий день. Ну-ка. Да, так и есть. Ну что же, это хорошо. Так, и что у нас тут? Третий день, ребята, у нас начался. Ёлки-палки, вам открыто новое оружие. Дробовик, шотган. Надо будет его испробовать, соответственно, да? Так, у нас тут Меган и Вильямс. Новая карта, новые задания здесь. Так, а что здесь такое? Там поубивать зомби. Здесь у нас улучшить броню и оружие. Я даже не знаю, что взять. Ну, убить 10 зомбарей. 250 метров пробежать. Ну что же, я думаю, что вполне мы это с вами осилим. 250 метров пробежать. В общем, таково задание у нас. Ай, не допрыгнул. Отлично. Так, заворачиваем. Ух, шикарно. Горите, твари. Блин. Сейчас, ребят, надо только разыграться. Черт, очень много пропускаю, очень много. Так, ай, не успел. Фак, догоняют, догоняют. Но мина мне помогла, как видите. Черта с два он всех. Блин, 250 метров всего лишь. Поворачиваем. Чуть-чуть, чуть-чуть, ребятушки, осталось. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, 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 давай. Давай, солдатик родной. Есть, ребята, миссия у нас это пройдена. Так, я представляю, что там будут дальше у нас за миссии. Пробежать там километр и еще что-нибудь. А-тя-тя-тя. У меня нет ни ствола, ничего. Эти уроды все ближе и ближе ко мне. Так, где-то что-то... Ага, подобрали записочку очередную. Ух, блин, не успел подобрать, ребят, что-то там валялось на земле. Ну ладно, хрен с ним. Слушайте, мы уже почти 500 метров пробежали. О-оу. Так, давай нафиг все им под ноги, этим козлам. Не догонят нас, мина очередная. Оу, а почему, какого лешего? Я же видел поворот, я нажал. Какого хрена он не среагировал? Вот тупица, а. Блин, замешкался где-то. Ну и фиг с ним, зато мы и прошли с вами. Ну ладно, давайте глянем эту записочку. ОМГ, да-да-да, профессор какой-то здесь опять что-то намудрил. Ладно, нам это не интересно, нам интересен сам процесс. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами сейчас посмотрим. А как мне интересно, дробовичок бы этот взять, а? Апгрейд. За 200 золотых мы можем его улучшить. А как я его должен взять? Вот пистолет. Вот дробовик. Слушайте, ну, наверное, он уже будет у нас в руках, я так понимаю, да? Если мы приступим с вами в следующую миссию, мы уже, наверное, будем с ним бежать.
И выберем мы с вами, наверное. Так, здесь нужно убить 10 зомбарей. Здесь не пойму, что нужно сделать. Что-то с броней связано и с оружием. Ладно, в процессе игры, наверное, мы разберемся. Так, побежал. Нет, смотрите-ка, дробовика у меня нет в руке, ребята. Что за подстава? Как это можно понимать? Так, на тему, уроды, не догоните. Ребят, еще раз повторю, что эта игра также есть и на Android. Это элементарный Android порт на PC. Так, под ноги им все. Ёлки-палки, смотри. Нет, все-таки они догоняют меня. Потихоньку догоняют. Они быстрее почему-то... Оу, пистолетик. Так, поворачиваем. И пистолет довольно слабый. Смотрите, сколько мне приходится по ним шмалять, чтобы убить хотя бы одного. Поворачиваем. Слушайте, солдатик довольно лихо бегает. Или, может быть, мне просто удается им... Так, тихо, где-то... Вот так вот. Еще одну записку мы подняли. Ё-моё, догоняют! Не успел я подпрыгнуть и сбросить на них эти баррикады. Чёртовы зомбари, а! Так, прошел? Нет, не прошел, ребят. Опачки! И сбросилось все. Ха-ха! Вот так вот, ребята. Оказывается, что не все задания у нас проходят на одном дыхании. Придется переигрывать эту миссию, но, возможно, мы сейчас с вами выберем другую. Но еще мне хотелось бы узнать, что все-таки с моим дробовиком. Почему я его не взял? Почему он у меня бегал без него? У него урон-то, елки-палки какой. С ним бы было мне бегать подручней. Фиг знает, я не пойму, ребят. Вроде бы он как активен, а может быть я его должен где-то найти, подобрать. Если только так, я даже улучшить его не могу. Ладно, фиг с ним, давайте, ребятушки, мы с вами тогда побежим. Выберем, наверное, с вами Меган. Ну, посмотрим, по крайней мере, да, за нее. И выберем миссию. Так, значит, обрушить 10 баррикад. В принципе, все понятно. Давайте, поехали. Оу, а мы с дробовиком, ребят, смотрите. У Меган оказался дробовик. Не успел. Горите, твари. Ага, все, понял. Первая баррикада, вторая. 10 баррикад нам нужно вот так вот уронить, чтобы пройти эту миссию. Да ладно, что у тебя в дробовике всего 3 заряда? Слабовато, очень слабовато. Так, еще. Блин, только бы хватило у меня баррикад вот этих вот, которые можно обрушивать. Опачки, подобрали пистолет, замечательно. Давай, 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 поворачиваем. Отлично все. Баррикадушки бросаем. Так, еще 50 золотых подобрали. Очередной завальчик им. Бросаем здесь. Бросаем тут. Все, ребята, миссия выполнена. Пистолет закончился. Уроды все быстрее и быстрее настигают меня. Хе-хе. Так, где-то что-то звенит. Так, еще очередная записка. Поворачиваем тут. Ём, горите! Нормуль. Слушайте, они очень быстро из этой толпы вырываются. Отличненько, пистолет. Оу! Поворачиваем. Так, жалко у меня... А, нет, вон, ребята, видно. 11 патронов у меня еще в стволе. Так. Еще разок. Бросаем. В принципе, можно было бы уже и прервать эту миссию, но не хочу. Потому что я знаю, что дальше, когда мы пробежим, будет... А, не успел! Будет следующая комната, и там с каждым разом все круче и круче будут зомбари. Это, так сказать, еще новички, салаги. Ух ты, еще 50 золотых. Оу, догоняет! И, блин! Как у меня не вовремя закончились патроны, а? Как бы я всем бы там голову посбивал бы. Ладно, достижение за достижением мы получаем. И миссия пройдена. Так, осталось, по-моему, пройти две, да? До следующего дня. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что тут у нас за записки. Это с 80-ми годами связано все. Блин, ее бы еще русифицировать, и цены бы ей не было этой игре. Так, ладно. Продолжаем с вами нашу бегущую эпопею. Когда наступит седьмой день, у нас что-то новенькое откроется, но до него нужно дожить. В данный момент у нас пока вообще школа. Так, я думаю, что мы, наверное... нет, давайте вот это вот попробуем задание. Надо убить 10 зомби.
Ну, если у нас будут с вами хорошие стволы, вот, дробовик. Вот именно что, факюем всем. Бросаем. Будем уничтожать тех, которые к нам прибегают поближе. На них можно... Вот так. Блин, какого лешего-то? Нате, гады, выпустите. Баррикады будем сбрасывать на них. Я еще пока ни одного зомбаря не убил. Так, погодите, ребята. Ого. Слушайте, я вроде бы как одного грохнул, но почему-то у меня не засчиталось. А в чем проблема? Хм, интересно, значит здесь в чем-то другом суть. Фак, 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 настигают. Че, поворачиваем. И здесь у нас что, баррикады? Бросаем все это. Скидываем на этих гаденышей. Нет, я что-то не могу врубиться, что мне здесь нужно сделать. Так, подобрал шотган. Хорошо, это очень хорошо. Чуть не допрыгнула гадина. Ну, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, нифига, ребят, смотрите, я в них и стреляю, и что только с ними не делаю. И ничего почему-то мне не засчитывается. Последний. А почему? Какого лешего, блин? Я же снес эту волну. Офигеть, я их главное уничтожаю, да, и... Откуда ни возьмись, появляется следующее. И тут меня возле стеночки и нахлобучили. Ха. Я считаю, что это несправедливо сейчас было сделано. Так, давайте, может быть, тогда... Блин, я не знаю. В той миссии я тоже не смог пройти. Вот в этой вот. Что-то связано с улучшением оружия. Черт его знает. Давайте пробовать. В процессе игры мы с вами разберемся. Побежали. Опа-на, уже пистолет у нас. Дробовика нету. А, видимо, ребята, рандомно у нас здесь дается оружие. Могут дать пистолет, могут дать дробовик. Так. Хрен возьмете, хотя бегут они довольно быстро. Почему-то я не могу развивать хорошую скорость. Я бегу с одной скоростью, которая у меня задана изначально. Хотя, может быть, если я какие-то себе костюмчики новые куплю, у меня что-то от этого изменится. И опять же, ребята, смотрите. А, нет, смотрите, что-то изменилось. Так, хорошо, ладно. Миссия потихоньку проходится. Но непонятно за счет чего. Опа. Ну, пистолет, отлично. Надо было их не трогать, блин, они бы взорвались. Ух ты, еще чуть-чуть, и мы пройдем с вами. Оу, да блин, да какого лешего-то? Ну я же, блин, нажимал на кнопку повернуть. Почему? Может быть, когда они слишком близко, я не могу этого сделать. Да они не так уж и близко были, блин. Фак, я не врублюсь, малька не пойму. Но меня это, блин, заводит. Раздражает прям, не могу, я должен пройти. Так, ладно, парень, твой выход. Ты уже, наверное, должен 100% пройти. Так, неслась. Горят. Так, здесь мы все, что видим, будем с вами бросать. Эй, не успели. Так. Вот так вот. Блин, не успел, ребята. Что ж такое? Ну, тут видите, тут надо и на этих уродов отвлекаться, и на баррикады смотреть, еще не забывать поворачивать вовремя. Так, отрывается. Нифига они, по-моему, не отрываются от меня, и пофиг им на эти преграды. Так, подобрали. Еще одна записка. Блин, у нас этих записок уже хоть одно место подтирать. Оу! Да ладно, ёпарасоте! Да вы чё, ребята, ну? Вы издеваетесь сейчас надо мной? Я нажимал на кнопку. Там даже было видно, что он, оп, только подвернул. И все, и эти уроды меня уже настигли. Блин, такое ощущение, что специально запарывают, а? Меня аж это раздражает. Так, у нас с вами не очень много жизни-то осталось. Записки. Ну ладно, давай посмотрим. Все, чисто для того, чтобы не горел этот восклицательный знак. Ну а на этой ноте, пожалуй, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. В следующей серии, надеюсь, мы с вами сможем перейти на следующий день. И нам, надеюсь, откроют что-нибудь вкусненькое, хорошенькое. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока, до скорого и будь всегда начеку. Удачи вам!